помолчи. Привет, Харт-Крыч. Как считаешь, время лечит ментально? Если понимаешь или нет? Мне кажется, это зависит от человека и от того, сможет ли он принять то, что прошло. А вообще вопрос довольно дурацкий. Он дурацкий по той причине, что не все можно вылечить. Это можно сравнить на самом деле с любым физическим. Вот, к примеру, я не знаю, бля, заболел ты какой-то инфекцией, ее можно вылечить? Допустим, очень страшная инфекция, такая, блядь, пиздец, сложно лечится, долго, но если ее можно вылечить, то ее, ну, как бы со временем ты ее вылечил, да, время лечит. А если, допустим, тебе руку отрезало, у тебя может рука вырасти? Нет, значит, время не лечит. То же самое и, я думаю, с моральными травмами, разве нет? Разве нет? Некоторые могут излечиться со временем, моральные травмы, а некоторые нет. Ну вот никак. По-моему, то же самое, примерно.